снова в комплекте. Надеюсь, тебе понравилось быть королевой, Лина. Сегодня твой шулерский бизнес закончится. Ну что, добро пожаловать в большую игру. Надеюсь, тебе новая тачка нравится, а? Твой позывной гремучник. Оставайся на этом канале, делай то, что говорит босс, и в накладе не останешься. Гремучник. Понял. Гонщики дома, внимание! Начинаем работать. Сегодняшний победитель — король змей. После половины дистанции путь ведет. Гремучий змей готов к гонке. Крутые ребята на крутых тачках, и у нас тоже есть своя BMW. Ну что, друзья, погнали, 6 соперников, и у нас 3 круга. Кольцевая гонка. И, конечно, этой гонки подставны, и наша задача, походу, нарушить их планы и сделать их всех. Занять первое место. Подсральник, и, походу, вылетает с трассы. Нет, устоял, я вижу. Ребята позади меня светят фарами, и я уже первый, что ли? Обалдеть! Эй, ты думал, я за тобой не смотрю? Дрифтом, дрифтом, еще раз! Добавляем нитром. Обалдеть, как проскочили. Мне нравится эта гонка. Все планы нарушим. И возьмем первое место. И, конечно, финишная прямая. Первый круг позади уже. Осталось 2 круга, и я лидирую уже. Давай же нитро! Ох, там грузовичок, нужно подальше объехать его. Ребята позади пытаются, сейчас мы подрежем. Хо-хо, чувак, походу, вылетел с трассы, но я даже смотреть на карту не буду. Пытается, ох, агрессоры какие, налево, направо, всех растолкали. Обалдеть. Дерзкие ребята, хорошие соперники. И грузовичок прямо навстречу им. Черная мамба пытается меня сделать, и все-таки она меня сделала. Сейчас, друзья, все-таки сделаем всех. Хорошие соперники всегда хороши. Знаешь что? Ладно, бери эту победу. Радуйся. Берем победу. Но где же нитро? Слишком часто использую, нужно его экономить и использовать только когда финишная будет прямая. Ребята позади и дышат мне в затылок, пытаются меня подрезать. Там будет сложный бог. Как он вылетел с трассы, обалдеть. Это было жестко. На скорости 200 км в час он просто врезался в тачку, припаркованную. Грузовичок, мне нужно как-то объехать подальше его, чтобы в него не врезаться. Так, еще один поворот, довольно сложный. Осталось 500 метров и финишная прямая. Но помни, ты мне нужен живым. Все кончено, Лина. Твоя выходка дорого обошлась многим людям, Тайлер. Ты пошел против дома. Этот город наш, и улицы тоже, и все гонки, все ночные заезды, все ралли по бездорожью. Дом всегда побеждает. Ха, только не сегодня. Мисс Наварро, здесь нельзя. До встречи. Он не должен вернуться домой. Приведи мне Моргана. Не дай ему уйти. Тебе ясно? И, друзья, походу, за нами гоняются мафиози. Нас пытаются уничтожить, и наша задача, конечно, от них оторваться. Ну что, погнали по маркеру, будем... Ребята, походу, вылетели уже с трассы. Я вижу их по карте, они уже где-то в стороне. Едем уже. У нас есть время, у нас есть расстояние, и нам нужно это преодолеть. Резкий поворот налево, мы готовы к этому. Добавляем нитро, и пускай они остаются позади. Ну, кстати, довольно быстро прибавили скорость, и нас догоняет очень активно. Сейчас будут налево. Осталось 4 километра, и у нас есть контрольные точки, которые добавляют времени. Так, так, позади, позади. Нужно, конечно, таранить их. Вот они, наши голубчики. Сейчас маленько потараним. И, конечно, кого-нибудь мы отрубим. Так, по центру можно? Столбы. Ух ты, да, довольно неплохо набрали скорость. И еще подстрелик дали нам. А чувак, походу, вылетел с трассы один. Один еще позади меня. Чего
Так, резкий поворот направо, и походу он врезался, как и я. Уж пожалуйста, это же ты его привел. Вот и все. Осталось 2 километра. И до следующей контрольной точки. Так, он прямо позади меня. Оп, не получилось, хотел, чтобы тачка ему вписался. Их снова двое. Сейчас растолкаем ребятишек. Так, добавляем скорость. На скорости намного будет серьезнее повреждение ихнее. А навстречу, давай, выезжай. Не получилось. Вот так подрежем и проскочим. Ребята остались позади, осталось 1 километр. Я практически уже на месте. Слишком здесь узком, и есть тачка на встречке. Надеюсь, вписалась она. Ребята отстали уже слишком далеко, а мы уже доехали. И, походу, все, уже оторвались. Отлично, отлично. Посылаю твои координаты. 2 километра, и нам, походу, ехать к шефу. Поехали. Поболтаем. Почти на месте. Давно пора. У нас много дел. Мне все равно. После сегодняшнего Навара ни один букмекер не поверит. Ты так думаешь? Какая ты прелесть. Тайлер, они все ходят под ее бокс. Ей не нужно их доверие. Я найду способ. Это я. Представь себе город, где риск — это иллюзия, а все ставки подставные. Вот чего хочет дом, и ради этого они готовы на все. Я стритрейсер. Меня это никак не касается. Что? Нет, нет, тебя это еще как касается. Еще как. Их главаря зовут коллекционером, и у него одна страсть – машины. Слышал когда-нибудь про бандитскую гонку? Главная уличная гонка страны. Да, да, и дом подстроит ее полностью. Шишки ставят на нее миллионы, а дом получает долю. Сегодня была проверка, и твоя выходка навела меня на мысль. И? Слушай. Я видел, как ты водишь. Ты лучший гонщик в этом городе. Нам нужно лишь пропихнуть тебя туда. Выиграй бандитскую гонку и дому, и Наварро придет конец. Разрушить дом? Да. Это не моя война. Спасай свое казино сам. Это ведь твои улицы, так? Значит, твоя война. Как думаешь, куда они двинутся потом? Погнали, друзья, домой. У нас 2 километра и 300 метров. Давай, Тайлер, пора вернуться домой и все обдумать. Поедем домой и все обдумаем. Но мне кажется, это не наша война. Такие, как ты и я, для них просто пыль на асфальте. Они половину банд из города выгнали, потому что тени стали сотрудничать. Думаешь, испугались за тебя? Должны бы. 1 километр до дома. Переночуем, обдумаем, конечно, и дадим, наверное, свое решение. Но тачка у нас есть, и можно гонять теперь в гонках. Это реально круто. Я ждал каких-то результатов от сегодняшней гонки, Наварро. А вместо этого ты подвела кучу народу. Не хочешь объяснить? Я уже разобралась. Согласен. Отлично, отлично, отлично. Собирай команду.